когда мы о чем-то думаем, мы оперируем большим объемом энергии в форме нашей мысли. Кстати, вы знаете, как называется книга одного из самых богатых людей в мире, Билла Гейтса? «Бизнес со скоростью мысли». Этот человек знает, что наша мысль обретает форму, и чем сфокусированнее и целенаправленнее она, тем быстрее проявляется результат. Концентрация мысли, многократное повторение усиливает ее потенциал. Все, на чем мы концентрируем свое внимание, умножается, увеличивается и растет, а то, что мы лишаем своего внимания, блекнет и исчезает. Как сказал Гёте, в нас расцветает то, что мы питаем, таков вечный закон природы. Если вы стремитесь к финансовому благополучию, но вас пугает одна мысль о предстоящей оплате счетов, и вы жалуетесь на отсутствие денег, то знайте, ваше сознание настроено на нехватку, и с такими мыслями пытаться разбогатеть все равно, что ждать маршрутное такси на улице, по которой оно просто не ходит. Его маршрут пролегает по соседней улице. Срочно меняйте свои мысли. Осознайте ответственность за свою жизнь и начинайте программировать себя на успех. Качество вашей жизни зависит от вас самих, от ваших мыслей. Вы вольны выбирать мысли, которые и будут создавать вашу действительность. Вы знаете, чем отличается преуспевающий человек от неудачника? Состоянием сознания. Процветающий человек обладает сознанием, настроенным на материальное благополучие, изобилие и успех. Да, Марусис? Все созидательные достижения содержатся в сознании. Необходимо ментально переключиться, вырвать себя из привычной негативной колеи и направить свою жизнь в сторону созидания. И вы получите желаемое благополучие, превышающее все ваши мечты. Все созидательные достижения содержатся в сознании. Необходимо ментально переключиться, вырвать себя из привычной колеи и направить свою жизнь в сторону созидания. И вы получите желаемое благополучие, превышающее все ваши мечты. Дорогие друзья, все созидательные достижения содержатся в сознании. Необходимо ментально переключиться, вырвать себя из привычной негативной колеи и направить свою жизнь в сторону созидания.
и вы получите желаемое благополучие, превышающее все ваши мечты. Счастья вам, процветания и любви. До новых встреч! Верьте всем сердцем, что вас ожидает только хорошее, замечательные вещи и великолепные возможности. И ни секунды не сомневайтесь в этом. Живите в предвкушении чего-то большего и значительного. Вы уже богаты, богаты возможностями, которые вас окружают, богаты способностями, которые есть у вас. И помните, большинство людей, кто сегодня богат, были когда-то бедны. Поэтому начинайте, решите для себя, что теперь вы успешны и можете все. Поставьте перед собой высокую цель, требуйте от себя больших свершений, действуйте, и у вас обязательно все получится, и ваши мечты станут явью. Удачи вам, счастья и любви. До новых встреч! Верьте всем сердцем, что вас ожидает только хорошее, замечательные вещи и великолепные возможности, и ни секунды не сомневайтесь в этом. Живите в предвкушении чего-то большего и значительного. Вы уже богаты, богаты возможностями, которые вас окружают, богаты способностями, которые есть у вас. И помните, большинство людей, кто сегодня богат, были когда-то бедны. Поэтому начинайте. Решите для себя, что теперь вы успешны и можете все. Поставьте перед собой высокую цель, требуйте от себя больших свершений, действуйте, и у вас все обязательно получится, и ваши мечты станут явью. Удачи вам, счастья и любви! До новых встреч! Дорогие друзья, я знаю секретную формулу успеха и с большим удовольствием сейчас поделюсь ею с вами. Итак, секрет успеха – это абсолютная уверенность в себе. А уверенность напрямую зависит от нашей внутренней силы и энергии. Наш внутренний мир создает наш внешний. Как же обрести уверенность? Путем изменения своего внутреннего состояния. А для этого у нас есть прекрасная техника. Мы используем аффирмации. Конечно, вы уже слышали или читали о ней. Так вот, применяя аффирмации, можно приобрести любое необходимое вам внутреннее состояние. Состояние радости, счастья, а также уверенности в себе.